Что это? Любовь? Что вы тут делаете, девушка? Я про вас спрашиваю. Ты маму лечишь, что ли? Или хочешь еды от нее? Вот так утро у нас начинается. Доброе утро. Доброе утро. Кс-кс. Уф. Там еще где-то собака есть. И нога, палец в разные стороны. Кашка, собака, кошка. И откуда ни возьмись, Здорово, Гошан. Гошан уже что-то несет. Гошка. Ранешку не пугай. Привет, Гошан. Здорово, друг. Здорово, Гошан. В сопровождении Гошана. Он прибежал тут своими этими розовыми лапками светит. Да, он наконец-то начал лапу поднимать. О! Ё-моё! Ну, Гошка! Он еще в начале этой недели писал, сидя, как девочка. Мы над ним хохотали. Говорю, ну что такое? Тебе уже больше года. Ты писаешь, как девочка. Все? Научился? Ё-моё! Так, ну, значит, мы топаем на мусорку. А после мусорки топаем на автобус. Да? Да. У тебя молоко на губах еще не обсохло. Кстати, насчет молока. Вот эта вся очередь. Это вот за молочком. За разливным. Какие люди очень смелые. Так, мы приехали на электричке, короче, в Одинцово. Вот, спортмастер. Коля тут же, сходу, попросил купить ему игрушку и молочного коктейля. Ну, как ребенок. Потому что мы вчера наелись KFC, ага. И мне горит все до самого рта. Короче, купили коктейль. Днем спортмастер. И здесь еще у нас Gloria Jeans. Дальше поедем в Лерошечку. У нас там большая закупочка. Ой, ботиночки надо еще одни купить. К этим высокие. Это надо. Эти классные, коротенькие, надо высокие. Для снега. Я тебе сейчас покажу, как я хочу. Я не знаю, вы слышите, нет? Ну, короче, это Хари Кришна. Все, потеряли, пацана. Обкакался сразу же, судя по походке. Че, ну, Gloria Jeans не смогли мы купить? Я покажи. Футболку, короче. Толстовку же. На меня. Зелененькую. Кстати, как у тебя костюм, да? Да, все такое. Да. Ждем теперь автобус до глобуса. Он где-то здесь должен останавливаться. Мы затарились в спортмастере немножко. Смотри, красивая. Мария белая за окошко. О, Кихенленд Хоум открылся. Очень красивенько тут. Надо будет сходить как-нибудь. Так, что, мы топаем. В Леруа Мерле у нас еще одна остановка и домой. Все. А можно жарко утолить? Чем? Сухой водой. О, дедушка, мороз. В Леруа Мерле уже началось продажи вот этих вот штучек. Такого все, конечно, сомнительного качества некоторые, эти особенно играющиеся китайские фигни, лапушки, венечки, арочки прикольненькие с розовеньким. Я так устала уже, я не могу. Мне кажется, я уже
Я уже ничего не хочу. Вот это хлопушка. Вот это размер. Да. Так выглядит человек, который пытается в единственный свой выходной впихнуть все свои дела. Доска. Одежда. Одежда. Валенки, валенки. Не подшиты, старенькие. Ух! Зато довольны. Как песня. Видите, повесил на себя все, как этот, как узелками. И довольный, фига себе. Сейчас еще... Пакетик из ЦУМа. Сейчас еще воду туда из ЦУМа повешает. Кукошачий корм тоже туда же. О, Господи, как мало одного выходного. Ужас. У нас тут ходят люди с очень низкой социальной ответственностью. Они примерно так вот, ботинки. Только недорогие же ботинки, они так шоркают. Так, не кривляйся, а. Мы украли тележку в Дикси. Там воспользовались. Взяли, одолжили. Потому что тащить просто невозможно. Сейчас Коля ее закинет в машину, завтра утром ее завезет. Ну, потому что это вообще ужас какой-то. Набрали еще воды там, курочку, и Коля мне еще киндер подарил. Это подарки, да? 40-летнего мужчины. Красота. Ботинки хочу вам свои показать. Первый раз эту фирму беру. Вот такие вот. Прям зимние-зимние. Ой, а что за пятно на них? Я только сейчас заметила. Что-то соскрябано? Или что? Типа дермантин. Красота. Вот это сверху, это кожа. Вот это кожа. А вот это кожа. Вот это кожа. Да. Вот, со смехом внутри. Вот такие вот ботиночки. Взяла 40-й размер. Хотя 39-й был как раз, но взяла 40-й с запасом на всякий случай. Долго очень выбирали. Выбрали. Купила себе толстовку в Glory Jeans. И только дома перевела. Yes, I'm gonna be a star. А, простите за мой английский, потому что я его не учила. Да, я собираюсь стать звездой. И спереди такая маленькая надпись. Стань звездой. Звездочка ваша. Ой, Николай тут у нас в это, в ноготе, в срамоте ходит. В полотенце в одном. Сварил он нам супчик. На сморковке не оказался, поэтому он такой светленький. С помидорками. Ой, у нас тут куча Дино. 5 штук не собраны. Господи. Киндеры мои. Я до сих пор работаю. Мне там осталось вообще прям немножечко. Но надо срочно поесть, потому что время уже около 11. Мы сегодня не ели. Поэтому надо срочненько покушать. И потом закончить. И уже отдыхать лежится. Вот так вот. Одно воскресенье, в которое ты пытаешься все паять, пролетает. Просто. Нет, еще хоть хорошо, что ты норму успеваешь сделать. Угу. Ты бы сейчас сидела до 12 сейчас. Да. Кстати, кофта у меня в Глории 1200 стоила. Раньше 2500. Ну, это ты сказала, что нельзя верить. Ну, у них более-менее. Ладно, всем приятного аппетита.